Приветствую всех на канале RC FPV Челябинск, друзья. Собрал я вот такую вот птицу. Кто не знает, это летающее крыло рептилия S1100. То есть размах 1100 у нее. Не стал вас мучить долгой сборкой. Саму сборочку я решил не снимать, так как собирал я это крыло довольно-таки долго, около 2 месяцев. Потихоньку заказывал комплектующие. Но, тем не менее, решил вам показать и рассказать, как именно скомпоновал я электронику внутри фюзеляжа. Сейчас вкратце с вами пробежимся, что именно и куда я поставил. Итак, полетный контроллер MATEC 405 Wing. Убрал я верхнюю и нижнюю крышки, так как с ними было неудобно крепить. И сам полетный контроллер я прикрепил на болтики через резиновые демпферы. Гребенку я решил не припаивать везде, припаял только именно ту гребенку, которая идет на сервомашинке. То есть как бы вся она мне не понадобится, понадобится только S1, S3 и S4 крайние разъемы. S3 пойдет на левый элевон, S4 пойдет на правый элевон. Далее поставил вот такой вот конденсатор на 1000 микрофарад, насколько я помню. Далее, GPS-модуль я поставил проверенный временем RadioLink TS100. Компас я не припаивал, то есть припаял только питание. Получается минус, плюс 5 вольт. И напоминаю, что RX GPS-модуля нужно паять на TX-площадку. Я припаял на TX4. Ну и, соответственно, TX на RX. Далее, приемничек я поставил, он стоит здесь, антенна выведена... Вот сюда получается, антенна у меня закреплена таким образом, что получается она и снизу выходит. Это антенна компании Farsky. То есть когда крыло будет садиться, вот так она загинается и обратно выпрямляется. То есть ей ничего не будет. То есть получается в правом отсеке у меня стоит только антенка. Провод выведен сюда вовнутрь, здесь стоит приемник R9MM. Далее, FPV-передатчик я поставил в этот отсек, вырезал сверху пенопласт, приклеил прозрачную пластиковую крышку, вырезал специально, сделал воздухозаборник для входа воздуха, чтобы он охлаждал FPV-передатчик. Здесь сзади проделал отверстие для выхода теплого воздуха. Передатчик стоит MATEC VTX HV на 500 мВт, пока мне его хватит за глаза. На таком передатчике я летал на 10 км. Далее, силовой провод на аккумулятор припаял также на полетный контроллер сюда, где припаян конденсатор, и вывел его в передний отсек вот сюда. Камеру я поставил Foxer Falcor Mini. Сейчас вам покажу спереди, как она стоит. Не знаю, будет вам видно, нет. На моем маленьком столе нифига не видно. Так, сейчас переверну. Вот таким образом она стоит здесь. Я поставил сверху еще заглушку пластиковую, которая в комплекте шла. Она будет защищать объектив. Я через нее уже смотрел. Видно все отлично. Также приклеил я вот здесь вот на торце и на нижней части армированный скотч, чтобы при посадке это место не повреждалось об что-то твердое. Также нижний гребень я тоже обклеил армированным скотчем. Регуляторы я разместил в этих отсеках. Получается здесь и, да, вам не видно, и во втором отсеке. Регуляторы я поставил на 60 ампер, 32-битные, HGLRC. Моторы я поставил, скажем так, топовые для крыльев моторы, ну, для крыльев такого класса, не сильно больших. Brother Hobby Avenger версия 2, 2507 размер, оборотов 1750 киви. Далее, что я еще поставил? Ну, поставил, соответственно, пищалку туда вовнутрь убрал. Провод вывел также на плюс 5 вольт и буз минус. В принципе, из подключения все. Сейчас вам покажу, как это все будет выглядеть с закрытыми крышечками. Итак, здесь пазы специальные вставляем. Оп, переднюю часть закрыли. Сзади я еще вот эту крышку не приклеивал, чтобы вам все показать.
Так, вот все это закрывается. Так, оп, оп, выпадывает у меня тут пока все. И вот так фюзеляж смотрится в закрытом виде. То есть очень обтекаемый и аэродинамичный. Крылья. На крылья я поставил сервомашинки Yamax с металлоредукторами. В принципе, здесь больше ничего особенного не делал. То есть все склеил по инструкции. Приклеил на торцевых частях крыла вот такие вот наклейки черные. Они были в комплекте для декоративных полос. Я же их использовал на торец для защиты, опять же, при посадке на траву. Потому что торцевые части будут биться об веточки. Ну, как биться там? Сейчас уже столкнулся с тем, что всякий сушняк, там всякие иголочки, все втыкается в этот ЕПП. Как раз в торцевую часть. Это у меня касаемо моего крыла черного, на котором я сейчас летаю. Вот поэтому я защитил. Ссылочки на все комплектующие, которые я использовал для сборки этого крыла, я оставлю внизу в описании. Сейчас я вкратце вам покажу те настроечки, которые я выполнил в iNav. Напомню, что полетный контроллер я прошил на версию iNav 2.1.0. Покажу вам настроечки ключевые, которые я использовал. И далее мы с вами переместимся в поле и осуществим первые полеты. Погнали! Итак, друзья, сейчас вам покажу свои основные настройки, которые я применил в крыле S1100 рептилия. Нажимаем Connect. Начинаем с портов. В портах единственное, что я выставил, это UART2 Serial RX. И также еще на UART 4, так как я припаивал GPS-модуль к RX4 TX4, то есть выбираем UART 4 и здесь выбираем Sensors GPS. Далее здесь я больше ничего не выбирал. Во вкладке «Конфигурация» в разделе «Sensors» акселерометр NPU 6000, так как у нас стоит на Матеке 405 Wing этот акселерометр. Компас мы не используем. Барометр нужно поставить «Out», а он определится автоматически. Далее ниже «Board and Sensor Element». «Pitch Degress» – это, скажем так, угол атаки. Выбрал я здесь 7,5. Это чтобы крыло немножечко задирало нос вверх, но акселерометр в этом положении чувствовал себя ровно относительно уровня земли. То есть, чтобы был некий такой угол атаки, чтобы крыло не зарывалось носом вниз, а наоборот старалось лететь вверх. Далее, справа в разделе ESC Motor Futures, обязательно вот здесь вот ставим ползуночек Enable Motor and Servo Output, чтобы у нас работали наши регуляторы. Дальше ESC протокол я выставил мультишот, скорость 2 кГц, ниже Servo Refresh Rate 50 Гц. Обязательно выставляем не крутить моторы, когда заармлено, чтобы моторы не крутились, когда вы тумблер щелкнули, а только когда стик газа трогаете. Далее ниже минимальный газ 1150, максимальный газ 1850. Далее System Configuration, также я все здесь оставил по умолчанию. Далее, что вам нужно поставить, обязательно выберите соединение с аппаратурой, SBUS у меня. GPS, обязательно включаем GPS, протокол UBLOX, ниже Auto Detect. Далее в разделе Battery Voltage я поставил все под литий-ионную сборочку, то есть чтобы минимальное напряжение было 2,7, это когда пищалка очень быстро начинает пищать. Так, что-то у меня крыло отвалилось мое. Так, нажимаем еще раз Connect. Так, Configuration. Первый порог срабатывания сигнала на напряжении 3 вольта. То есть, если вы будете литий-ионные сборочки использовать, поставьте все как у меня. Ниже Current Sensor значение Scale the Output Voltage to mA я выставил 370. В следующем видео я обязательно вам покажу, как калибровать датчик тока. Это я после калибровки уже выбрал это значение. Ниже выбираем телеметрию, мультиколор, это если я буду светодиоды использовать, я поставил. Ну и ниже еще USD, AirMod и Profile Selection. Далее, Failsafe обязательно. Так, что-то долго грузит опять.
Так, отвалился у меня опять летник. Так, коннект еще раз нажимаем. Да, провод отходит у меня USB-шный. Так, fail safe. Обязательно RTH ставим, возврат домой при потере сигнала. Далее, в разделе Receiver у меня RCCI идет по каналу управления, по девятому каналу. Я здесь выставил RCCI Channel 5, ну, канал 9. В разделе Mods выставил я все следующим образом. На пятом канале Arm-Disarm. Выставил полетные режимы Angel, Горизонт и третье положение тумблера. У меня это Acro. Далее на шестом канале выставил NAV Alt Hold, NAV RTH и NAV Cruise. То есть в одном положении тумблера у меня будет круиз срабатывать, будет он лететь на одной высоте, по одному направлению. NAV RTH это автовозврат домой. Пищалочка, ну и все, в принципе, больше я здесь ничего не выставлял. Далее, в разделе сервы, в принципе, я ничего не трогал, все как есть здесь. Далее, в разделе USD, сейчас я вам прокручу, можете все галочки выставить, как у меня. То есть выставил напряжение на банку, напряжение общее на аккумуляторе, сколько мАч потратил, ток потребляемый, координаты GPS, RCCI, сколько спутников, уровень газа, дистанция до дому, полетное время, высота, скорость, режим какой полетный выбран, стрелочка, показывающая дорогу домой, и системные сообщения. Ну и самое главное, это раздел миксер. В миксере обязательно, вот в разделе сервомиксер, выставляйте все как у меня. Сначала нажмете load mixer, они загрузятся, появятся здесь все. То есть если у вас два мотора, выставляете, чтобы обязательно у вас мотор 1, мотор 2 были, газ 1.1. И в разделе сервомиксер обязательно у вас по умолчанию будет в самом верху Stabilizate Roll, второе значение Stabilizate Pitch. Местами меняйте, то есть Stabilizate Pitch, Stabilizate Roll. Дальше Stabilizate Pitch, Stabilizate Roll. И вот здесь вот также поставите, как у меня, 50-50 минус 50-50. Не помню, на что это влияет. По-моему, это минус, это реверс сервомашинки, чтобы правильно рули отклонялись. То есть по умолчанию сервы работали неправильно. То есть одна серва работает правильно, а другая нет. То есть поставил я ее на реверс. Так, опять у меня все отключилось. В общем, настроечки вы все увидели. Надеюсь, они вам помогут. В принципе, больше здесь я ничего не настраивал. Если будут какие-то вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях. Я всегда всем отвечу. А, кстати, друзья, самое важное забыл. Раздел Advanced Tuning. Очень важный раздел. Мультиротор мы не трогаем, верхний раздел это для квадрокоптеров. Нас в первую очередь интересует раздел RTH and Landing Settings. Выставляем значение так же, как у меня. RTH Altitude это высота автовозврата домой в режиме RTH. Выставлено у меня 40 метров, 4000 сантиметров, это 40 метров. Обязательно вот здесь вот я выбираю в разделе Land After RTH Only on Fail Safe, то есть когда крыло вернется при автовозврате, при режиме RTH, оно будет кружить над точкой взлета. А если же сработает Fail Safe, то крыло будет по спирали садиться на землю. Также скорость спуска я выставил 250 сантиметров в секунду, по умолчанию было 200. И очень важный раздел, вот этот Fixed Wing Navigation Settings, то есть здесь уровень газа я выставил, по умолчанию 1400 было, я выставил 1500, это уровень газа в режиме круиза. То есть когда вы на круиз крыло ставите, оно держит скорость и высоту, и направление заданное. То есть уровень газа будет 1500, это что-то в районе 60 км в час, я так думаю. Минимальный газ 1200, максимальный газ 1800, ну и все ниже я оставил по умолчанию. По-моему, я поменял только здесь, было 35 по умолчанию, я поставил 30. Такое же значение у меня на крыле Skyzone Here, как бы там я экспериментальным путем настроечки подбирал и выставил. В принципе, сейчас на рептилии точно такие же настроечки, как и там, я думаю, в принципе. Если что-то не устроится, временем поменяем.
В разделе мультиротор тоже ничего не трогаем. Сейчас мы с вами переместимся в поле и облетаем наше новое крыло. Погнали! Сейчас, сейчас, сейчас. Минутку. У тебя новое крыло, что ли, какое-то? Да. А? Круто! Чего ты не задрал-то? Блин, ну ровно летит. Что-то, по-моему, я краш не записал. Первые разы я первые 3 или 4 раза летнул сегодня. На бетонку, к сожалению, посадил. Но ничего, посадил мягко. Оба, посмотрим. Все целенько, плавник снизу он немножко подстер. Ничего страшного. Он для того здесь и нужен. Итак, друзья, надеюсь, новое крылышко вам понравилось. Если понравилось, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал, кто еще не подписан. Следим за новыми выпусками. До новых встреч, пока!